Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Ori and the Blind Forest, третий эпизод. И, друзья, если вам нравится это прохождение, если вам нравится моя атмосфера, то ставьте лайк прямо сейчас, и мне будет очень приятно. А теперь давайте, раз уж вы это сделали, я вижу, вот куча лайков появилась под видео, спасибо большое, мы приступаем. Следующая часть у нас, 17% уже от игры мы прошли. То есть, получается, за выпуск мы отрабатываем где-то примерно десяточку в среднем. Это неплохо. Итак, мы нас низвергнули в саму адскую преисподнюю, которая выглядит довольно-таки мило. И успокаивает скорее. И мы видим сразу, видите, целая куча всяких платформ движущихся, которые хотят нас раздавить, кажется. Мама. Ух ты, это все, блин, сложно и опасно. И, кстати, да, мы можем еще и вниз пойти. Именно поэтому я дал себя раздавить, чтобы проверить, можем ли мы пойти вниз. Окей. Сейчас мы быстренько здесь расправимся. У нас же есть ускорение, я думаю, мы это как-то применим. Ой, черт. Во, вот, например, таким образом. Слушайте, прикольно. Наконец-таки эта штука оказалась очень полезной. Очень кстати. Собственно. Тут непонятно... Ух ты, блин. Непонятно, куда идти. Ага, понял. Ворота. Нам нужно будет таких штук еще две найти. Видали? Как запрятали ее. Первая есть. Значит, вторая будет у нас... А, я понял. Вот туда вниз как раз-таки нужно идти. Смотрите, какая штучка интересная. А как нам туда попасть? Вот так. Здорово. Хорошо, значит, вот сюда. О, тут есть какой-нибудь секрет? Нету секрета? Мама, не надо. Оу, я зря сюда припер. Нам нужно вот сюда вниз. Мама, блин, как опасно. Там фрагмент каменной карты. Мама! Черт! Оп, все, есть. Я смог. Фрагмент есть. А где сама карта-то? Вот она. Забавно, по сути, в этой игре, да, сейчас, в данный момент, есть три основных квеста. Это три элемента восстановить. Блин, сволочье. Надо сохраниться. Но при этом нас так откидывает. Смотрите, вот он. Ой. Смотрите, что они творят. Эти те же самые твари. Валим отсюда. Блин, смотрите, какие-то новые ворота. И там фрагмент. Что мне делать нужно? Духовная связь готова. Это что, типа босс? А, это босс, кажется, надо убить его. Да, точно, он с первого раза это делает. А, видите, он потопал и призвал эту тварь. В целом мы можем вот так делать, она будет выпрыгивать, а мы и будем работать с ним как следует. Да, это босс. На самом деле очень легкий. Надо просто, чтобы он по тебе промахивался и всего-то. Есть! А-а-а, да, это триггер сработал. Все, окей. Игра не дала мне собрать то, что из него выпало. Ну что за отстой? Хорош. Так, для доступа к древу умений нет. Что сделаем? Будем сохранять? Нет, пока не хочу. Пока что-то очень быстро сохранились. У меня духовная связь всего одна, их надо экономить. Блин, в этой игре есть все, что необходимо крутому платформеру. Мне очень нравится. Визуал есть. Геймплей очень приятный. И сложность довольно-таки такая сложная.
Давайте посмотрим, что за дебри нам откроется еще. Фу, господи, какая сложная система. Посмотрите, в этом запутаться как нифиг делать. Мы долго будем играть в эту игру, кажется. Так, погодите, ну ладно, хорошо, я... ну да, теперь мне вот сюда и нужно. Туда я не допрыгну просто-напросто. Давайте вот здесь сейф. Все, ворота открылись. Ну ладненько. Как эта тварь проходит, вот этот чувак, я забыл, как его зовут, Голлум, короче. Как он проходит через эти ворота? Он что? Или его какие-то... А, наверное, он обходные пути какие-то знает, ведь он же такой пронырливый. Вот мы, получается, в иглистых болотах, да? Это оно уже? Нет, это лунная пещера. Хотя ей бы подошло быть иглистой пещерой. А-а-а. Немножко так запоролся. Сейф. Надо помнить об этом. Это нетипичная игра. Она тут за ручку меня водить не будет. Вот таких игр на самом деле не хватает. Новая способность. Новый древо предков. Здесь покоится Леру. Она носилась по воздуху, быстрая и ловкая. Я тоже это хочу. Я как вбираю в себя, как горец. Вы освоили способность двойной прыжок. Нажмите space, чтобы подпрыгнуть, а затем еще раз, чтобы прыгнуть выше. Ну, как-то это не очень. Если только в сторону это будет решать. Да, два раза теперь можем дальше прыгать. Ну вот ввысь как-то так себе. Хотя, тоже работает неплохо. Ой, блин. А, ну видите, какие мы теперь можем преодолевать препятствия? Не, все очень серьезно. Смотрите, вон он стоит. Смеется над нами. Прикольно, мы так как вертолетик, получается, прыгаем. Видали? Круто. Сколько же нам теперь мест доступно новых? Мы можем поверху пройти теперь. Да, можем. Да здесь нет ничего, нет ничего. Аккуратненько, аккуратненько. Да, шайза. Тут же можно вот на этот... Да, вот. Ты как... Почему соскальзывает с этого края? Я же... Вот, нормально. Тут надо просто... Ребята, это очень тонкая работа. В этой игре геймплей прям очень аккуратно сделан. Очень детально. Не трогать! Хорошо. Да, тут требуется прям мастерство. Нет, 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 нет. Успеть, успеть, успеть. Слушайте, прям изнасиловали меня в этом лесу слепом. А лес и слепой, и не видит все жести, которые тут творится. Так, давайте, знаете, что сделаем? Вот так. Есть сфера, у нас теперь их три. Finally. Так, попу. Так, у монстра, не хочу я с ним иметь дело. Сейф. Чё? И как же мне? Надо вверх. Вверх, а потом мы можем пройти вот... Вот здесь, вернуться обратно. Но для начала нам нужно вот, так понимаю, вниз. Кайфово.
Вот эти моменты, знаете, да, каждый из вас это знает. Каждый из вас это чувствовал, играя в платформеры, что ты, типа, начинаешь мешкать слегонца и такой перепрыгиваешь там, где не надо. Вот, типа, мешкаться. Евгений начинает... Отлично. Фу. Очко умений. Это надо срочно использовать. Просто по порядку. Так, что у нас есть? Эффективность ресурс восполняет в два раза больше ячеек жизни. Окей, хорошо. Куда, налево-то или направо, я даже не знаю. Давайте сначала сюда пойдем. Уп! Есть. Ну-ка, тут есть какие-то секретики? Нет. Что это? Удерживайте, чтобы брать и перемещать объект. Он, видите, какой-то магией светится. Это что-то новенькое. Давай. Ага, окей, хорошо. Погодите, но если я его сейчас выкину, то кранты мне будет. Значит, нам этого делать не нужно. Нам нужно, видите, вон с той стороны камень есть. Комплексная задача. А чтобы раз, два, три, четыре. А мне их три. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ладно, нам туда, получается, еще не нужно. Так, что-то опасненькое, но я смог. Прекрасно. Как батька? Что могу сказать? Что ж, если в эту сторону нам больше не надо, а нам точно сюда больше надо, потому что ничего мы тут можем сделать. Нифига. А, погодите, а вот здесь мы были? По-моему, отсюда пришли, да? Да, мы оттуда пришли. Тогда, да, нам нужно вот как раз-таки влево, вот сюда. Делаем удобный сейф и вперед. Вот я так понимаю, сейчас по всей карте будем носиться за этим чуваком. Ой, а как мне здесь? Как-то... Ну как-то так. Фу, с первого раза. Блин, я сейчас играю, даже забываю, что я с вами должен болтать. Как-то так прям интересно. Вот. А, мы сейчас его вот сюда обратно, да, выгоним. Судя по всему. Угу. Хорошо, раз, два. Слушайте, ну я как батька уже, кажется, все. Я освоил всю технику. Как только начинаю понтоваться, я тут же запарываюсь. Короче, я и понт — это два несочетаемых явления. А! Наверное, от того это так забавно. Кстати, летучие мыши! Не смей меня трогать! Осталась одна ячейка, надо сохраниться. Я сделал это, я молодец. Я быстро соображаю. Вот как вы хотите, чтобы я это сделал? Погодите, как вы это хотите? А, я знаю, я сейчас... Я вот так сделаю, хоп! Молодец. Фу. И вот отсюда. Хорош! Смотрите, мы почти его достали. Вот он. Не тут-то было. Я много чего научился делать, пока там бегал за тобой. Так что ты сделал меня сильнее только. Спасибо. Кстати, эта игра довольно-таки интересные мысли, да, доносит. Враги ваши делают вас сильнее. В жизни нужны препятствия. Без них мы будем просто... Ой-ой-ой, в опасности. Все, я понял. Короче, он специально сделан так, что
мы должны к нему симпатию в итоге испытывать. Видите, что происходит? Мама, больно. Большой, болючий булыжник. Короче, он просто... Он как голум, да? Это чисто персонаж, списанный с голума. Сначала он нас бесит. Он нам создает кучу проблем, но потом мы испытываем к нему симпатию, потому что он не виноват. Ладно, иди сюда, я тебя спасу. Го за ним. Да почему, чему ждали? Ори вселял доброту и надежду в его сердце. Есть, мы сейчас заберем эту сферу. Вы вернули водяную жилу. Этот древний самоцвет откроет вам путь внутрь древа Гиндзо. Помни, что элемент вод покоится на вершине древа Гиндзо. Нужно вернуть воду, поспешим назад. Поспешим. Окей, хорошо. Древо Гиндзо, это нам... Мы недалеко, в принципе, находимся, это радует. Вот как раз таки мы открыли врата, и мы даже можем что-то там внизу интересно найти. Давайте посмотрим, что это за обозначение. Это сосуд с духовным светом. Черт подери, звучит очень заманчиво. А ну хрен бы там. Что-нибудь еще можно здесь получить? Вот там ячейка жизни. А как мне туда? Мне туда никак. Нет, погодите, туда как? Так, сделаем. Смог. Хорошо, пусть будет так. Я сейчас попробую еще разок. А, видали? 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 Во, мы можем прямо отсюда до них доставать. Гораздо безопасней. Слегка кольнуло. Я закончу эту игру с максимальным количеством занос. Слушай, смотрите, сколько у нас уже ячеек. Целых 6. А вот духовной связи как-то мало. Мы даже сейвиться не можем. Кстати говоря, у нас есть одно очко умений. Понеслась. Этот поток усиленного радиус увеличен. Прекрасно. Просто белиссимо. Итак, нам дальше. Ой, что-то упало. Что-то упало на меня. Кто-то спикировал. Смотрите, мы можем вот сюда вернуться, но нужно 4 ячейки, у меня 3, поэтому без пока идти. Потом, когда подзаработаем. Кстати, сейф. Так. Окей. Вот это вот, что это такое здесь горит? Это какой-то секретик? Туда можно как-то пробраться? Вот можно сюда пробраться. Так, нельзя пробраться. Да что я прям под иголки лезу вечно? Ну-ка, если... А, ну тут в любом случае нельзя, что я делаю. Я забыл, что там нет стенки. Ладно, бывает такое. Бывает такое, я сказал, не смейте меня осуждать. Меня вообще бесит, что я чувствую себя неловко, когда ошибаюсь. Это нормально ошибаться. Это игра, блин. Я первый раз играю. По-любому каждый из вас ошибся в эту игру. Не надо выпендриваться тут. Буду запарываться, сколько мне влезет. Сейф. Лучше сделать сейф. Стоп. Нет, не трогать. Не трогать меня, я сказал. Видите, они даже убегают, когда я близко оказываюсь. Все, мы почти у цели. Вон эта штука, которая мешала нам жить все это время.
Кацануло! Но ничего. Мы в эту сторону, да, должны пойти. О, атака. Атака миновала, хорошо. Собственно, теперь пару штрихов осталось, и мы будем в дереве Гинзо. Гунзо. Да. О! Прям в объятиях этот... Не трогай меня. Придется теперь убить эту штуку, чтобы немножко жизни подкопить. Ну, в итоге подкопили просто икспы. Ну, ничего, нормально, нафармили. Погодите. Вставляем. Используйте W, чтобы... О, вошли. Когда-то воды Нибеля текли сквозь это древо, а теперь... Оно высохло и сгнило. Надо восстановить поток и найти сердце древа Гинзо. Легко. Очень даже легко. Ух ты, смотрите, что это такое? А-а-а! Портал! Крузяк. Хорошо, это вот сюда нам нужно. А как нам... Слушайте, как неудобно. Вот. Ой, блин! Фух. Прикольная штука с порталами. Это интересно. Теперь нам надо вот сюда попасть. А, смотрите, мы еще можем вот так вот присаживаться, только не знаю, для чего нам это, возможно, потом пригодится. Пока что не пригождалось. Либо я просто не юзал правильно. Смотрите, какая-то новая фигня. Можем ее убить? Мы не можем. Она бессмертная. А, целая куча порталов. В принципе, понятно. Один напротив другого находится. Видали, какой отстой? Не надо нам сюда. Нам нужно вот сюда. Ой! Да чтоб тебя! Всяко бывает, друзья. А, черт. Я подумал, что на это можно опереться. Но нет. Да как так? На, шипы. Слушайте, мне очень нравится дизайн левелов здесь. Такой хитрожопый. Такое ощущение, знаете, как в Лимбо, когда играешь. Там тоже все так сделано, что ты такой обязательно запоришься. Итак, прыжок. И дабл прыжок. Не, смотрите, видите, как тут начинается? Тут порталы уже в разных местах. Что это было? Располагаются. Да блин. А че я парюсь? Нам же... Не, давайте примагнитим экспу. Нам же вот... Ох, нифига себе. Я ожидал, что я в другом месте окажусь. О, блин. Я понял, что делать. О, как батька. Аж кайф, когда вот с первого раза проходишь, прям совсем приятно. Итак, где я? Вот он я. Чё делаем? Надо вниз. Смотрите, у нас тут есть вот эта штука. И есть... А, опять же сюда пришли. А, погодите, вот что это за энергия у них, да? Это, походу, типа порталы тоже, типа передвижные порталы. Да, да-да-да.
Воу, это интересно. Надо его вот скинуть, потому что его надо в другую сторону поставить. Я вот вижу, нам нужно направить снаряд вот сюда. Да, 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 таким вот образом. Чётенько? Чётенько. Чем я под снаряд лезу? О. Я просто тороплюсь. Так, я думаю, пора сейв делать. Сейв сделан. О нет, игра сохранена. Смотрите, опять эти ворота. Опять босс, да, которого нужно убить. Чтоб тебе... Да блин, какой сильный. Ждем. Я ненавижу тебя. Ну, мы сейчас, в принципе, быстро его уделаем. Есть, 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 есть. Два раза сохранил игру, ну ладно. В принципе, ресурсы здесь не такой уж прям и дефицит. Так, мы видим. Мы видим, куда нас ведет портал. А, смотрите, два фрагмента. Нам понадобятся они. Как-то так. И еще выше. И еще два фрагмента. А, видите, здесь нужно четыре. Хорошо. Я понял. Так, значит, делаем такой прыжок. А! Ой-ой-ой-ой-ой! Офигеть. Благо, жизни достаточно. Давайте еще раз. Что-то я не сообразил. Как-то так. Нормально, продвигаемся. Мы, получается, внутри самого дерева. И тут кто-то прям цивилизацию свою замутил. Видите, сколько всего, сколько механизмов магических. Еще кто-то пытался восстановить, да, до меня. Я слышал вопли отчаяния из глубины древа предков. Рим был ловок. Он несся по воздуху. Слушай его, внимая его мудрости. Ну давай. Давай вомнем твою мудрость в себя. Вы освоили способность удар. Удерживайте правой кнопкой возле светильников или вражеских снарядов. И прицельтесь в направлении, в котором хотите прыгнуть. Снаряды будут отражены в противоположном направлении. Удерживайте правую кнопку мыши. А, так. Вот стрелочка показывает сюда, и я отлетаю. И что, еще будет дабл-джамп работать? И дабл-джамп работает. Охренеть. Охрененно. Ударом можно поражать противников. Используйте правую кнопку мыши и выберите направление. Так. Отражать противников. Типа мы можем его вот так вот откинуть. Ясненько. Или же сами от него, да, можем отпрыгнуть. Они сейчас настолько сильно повысили динамику в игре. Так понимаю, вот от этих снарядов тоже можно, да? А, и видели, куда снаряд полетел? Опа! Смотрите, можно чередовать. Ай, блин, куда я чередую? Там было написано что-то, типа, мы можем, да, вот так направить его, хоп, вот сюда. Ой, прекрасно, ой, прекрасно. Что происходит? Ладно, неважно. А, видите, что надо сделать? Надо направить снаряд вот в этот портал. Так как он меня кацанул? Я ж нажал. Погодите-ка, у меня есть другие планы. Возьмем сначала вот это. Так, по прямой. Нормально, нормально, швырнул. Есть. Так, давайте-ка сейв сделаем.
И, кстати, да, у нас ведь очко умений есть. Продолжаем. Так, 2, 1, 1. Давайте вот усовершенствованное духовное притяжение. Оно есть, как у нас с вами. У нас с вами духовное притяжение отлично работает. Усовершенствовано на все 1000 очков. А как нам туда попасть? Охренеть, как круто! Охренеть, как это здорово. Смотрите, сейчас мы его сюда можем пойти. Давай, пуляй. Оп, направили. Нет, надо чуть-чуть поточнее. И еще точнее. Как-то, не знаю, что-то неправильно работает прицел немножко. Давай вот так вот. Во, хорошо. Так, портал работает. Какая мамочка. Мы нашли ячейку, у нас теперь 4. Эш, четко. Это нам, чтобы выбраться отсюда, я понял. А, мама. Да, в принципе, я бы и так, мне кажется, смог бы выбраться. Ну, ладно. Вот нам сюда надо и вот сюда. Цепочка фонариков. Ой, блин, как это приятно. Ой, как это круто. Хорошо, вот сюда фигачим. Есть! Дотянулся. Блин, драйв. Блин, кайфую. Хочу играть, хочу прыгать, прыгать, прыгать. Давай, Ори, фигач. Сейв. Так, куда мы попали там? Вот, смотрите, мы, кажется, добрались до его сердца. Игра сохранена. А, нет, стоп. Это босс. Ау. Ау, мама. Куда мне? Да чтоб тебе. Я понял, надо в него направлять. В него. По-любому. Есть. Нет, так опасно делать. Вот сейчас. Во. Есть, готов. И там у нас фонарик появился даже. Офиг, я до него достану. Не, почему? Погодите. Еще как достану. Сердце древа Гинза никогда... Некогда хранило в себе элемент вод, но его пронзила порча, и оно совсем сгнило. Мы должны помочь ему, излечить его и очистить от недуга, удалив порчу с обоих сторон. А, окей, хорошо. Только погодите, нам там все-таки открылись какие-то врата, я хочу посмотреть, что там. Сейвка. А, в целом это же еще вейпоинты, мы сможем переноситься. Ой. Итак, слева и справа надо очистить порчу. Не понимаю, как это сделать. Все, теперь понятно. Ага. Слушайте. Теперь столько свобод открылось. Каждый снаряд это джамп-пад для меня. Там есть очки. Как-то плохо я прыгнул. Ничего страшного. Бах, как это прикольно. Как это тупо я сейчас сделал. Ну иди сюда, жабенок. You gonna die. Что-то я сам gonna die. Так, нам надо каким-то образом... Кстати, интересно, я могу просто суперсилой? Нет, он не работает. Интересно. Вот. Паучочек. А, ну даже, видите, карта, она... Нет. Давай сначала возьмем эту штуку. Так. Да чтоб тебе. Вот, сейчас смогу. Есть.
И аккуратненько. Блин, как-то она... Сенса внезапно начала быстро работать, как будто бы. Вот так. Верно? Хорош. Смотрите, есть. А видели череда фонариков таких? Хоп-хоп-хоп. Аккуратненько. Свесилась. Духовная связь готова. И, по сути, теперь здесь. Вон я вижу порталы. Окей. Ау, 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 ау. Так, смотрите, нам нужно сейчас как-то направлять. Вот этот снаряд будет грамотно. Ну, не так, конечно же. Видите, пока снаряд, походу, не исчезнет, эта штука не будет стрелять, да, или что? Да. Как-то так. Ай, косо. Ладно. Да, это тонкая работа. Есть. Куда мне его теперь на... Вон, вон туда. О, блин. Он куда-то там улетел, нафиг, я не вижу. Нет, что-то не получилось у меня, да? Или получилось? А-а-а. Нифига, не получилось. Ну, кстати, мне кажется, мы можем вот отсюда, вот так сразу, да. Сюда его швырнем. Погодите, а откуда? А дальше как-то наверху? Надо изучить местность, чтобы тысячу раз все не переделывать. Нам аж вон куда надо эту штуку направить. Все, мы очистили, тебе никто мешать не будет. Нет, будет, они просто респаунятся. Сволочье. Что я делаю? А-а-а! Ой, блин, с самого начала начинает. Да вы что, издеваетесь? Ой-ой-ой-ой. Пошла цепочка. Ничего. Не получилось. Ну ладно. Сейчас нам надо как-то очень грамотно направить этот снаряд. Вот так. Есть. Давай. Последний штрих остался. Не запороться бы. Не запарюсь. Оно есть. Круто, круто, ребят. Сейф. Есть, освободили. И... Нажмите, чтобы слушать Сейна. Теперь мы можем восстановить элемент вод. Восстановим его, останется еще два. Ветер и огонь, получается, останется. Игра сохранена. Бу-бу-бу-бу-бу! Надо сваливать! Фу-фу-фу, погоня, это очень круто! Пошел, пошел нафиг! Вода неумолима. Так, ускоряемся. Ай, немножко в сракочку. Ну ладно. Ничего страшного, куда мне? Давай, пуляй. Спасибо большое, услужило. Ха-ха. Кайф, кайф. Нет, 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 нет. Давай, берись. А, как мы близки. Как мы близки к погибели нашей. Боже мой, боже мой! Давай, каждый снаряд! Снаряд, твою мать! О! Хрен с этими ресурсами! Боже ж мой! Блин, какой драйв я испытываю сейчас!
Вы бы знали, вы наверняка чувствуете то же самое. Давай. Нет! Черт, как обидно. Окей, с самого начала начинаем. Ладно. Я как-то хотел об нее оттолкнуться, но что-то она не дала мне этого сделать. Да прям жесть, как ускоряться. Вот так можно еще, да, не забываем. Наверх. Давай быстрее, блин. Музыка такая крутая. Есть. Пока что неплохо идем. Чертовски неплохо. Продолжаем, продолжаем неплохо идти, чертовски. Как-то так, да? Как-то так. Во, хорошо. И сразу ухватились, молодцы. Вот сюда, об фонарик. Давай, 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 Евгений. Давай, Орео, фигач. Не отвлекай меня своими надписями. Есть. Да. Блин, я рад, что я начал проходить эту игру. Такой кайф. Еще думаю о том, что выходит вторая часть. Ой, я не представляю, что же там такого будет крутого. Нет. Бежать, бежать. Вот охрененно сделали сову. Очень крутая. Почему мы стоим? Давай, 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 есть. Это не я играю. Куда меня низвергнули? Как это круто. Что это? Это свет был ей ненавистен. Свет нашего народа. Но доброта Ори вновь спасла мое дитя. Видите, поступай по-доброму ко всем, и тебе это вернется. Ори, я боялся, что ненавистные когти-куры забрали тебя у меня. Но Гума спас тебя, избавив нас от неведомой судьбы. Вода стала голубой. Смотри, древо Гинзы обрело прежние силы, и воды Нибели очистились. Или Нибели. Но мы должны спешить. На очереди элемент ветров. Он покоится глубоко в руинах Форлорна. В дебрях туманного леса спрятан ключ от их ворот. Так, теперь нам нужно вот сюда. Найдите печать Гумон, спрятанную в туманном лесу. Да как скажешь, вообще проще простого. Игра сохранена. И где же этот чертов туманный лес? Он аж туда. Даже сделали здесь в темноте туман. Окей, так, стоп, а где мы находимся? Вот мы где находимся. И, кстати говоря, мы можем замутить фэст-тревел прямо вот до сюда. Что ж, думаю, на этом мы с вами закончим. Очевидно, что, скорее всего, мы можем нырять в воду. Мы можем нырять в воду. Отлично. Все это сделаем в следующей серии. Поплаваем с вами вдоволь. Огромное всем, ребят, спасибо, что смотрели. Я ничуть не жалею, что начал эту игру. И пофиг, сколько там просмотров, сколько там лайков, сколько вас там. Я провожу хорошо время. Надеюсь, что вы тоже. И если вам хочется так дальше, то оставайтесь со мной и увидимся в следующем видео. С вами был Юджин, огромное всем спасибо, ставьте лайк, в общем, всю эту фигню делайте, которую вы уже заучили за все тысячи видосов, что мы записали вместе, делайте это все, и спасибо вам большое. И всем, конечно же, 5 напоследок, если вы готовы. Вы готовы. 1, 2, 3 и 5!